Можете себе представить, что заплатили за что-то полностью, а используете только на 70%? Оплатили 10 дней в отеле, а прожили только 7? Рассчитывали на 10% кэшбэка, а получаете только 7%? Известно, что при использовании обычных азотных удобрений только 70% питательных веществ остается в почве. Остальное теряется безвозвратно. Новая высокоэффективная формула азотного удобрения NS-37 исключает потери питательных элементов и ликвидирует дефицит серы в почве. Каждая гранула сульфанитрата содержит две формы азота и водорастворимую сульфатную серу. Улучшенное соотношение аммонийной и нитратной форм позволяет снизить потери азота в результате вымывания из почвы, тем самым увеличивая период действия удобрения. А наличие серы способствует лучшему усвоению питательных элементов растений. Инновационное удобрение NS-37 повышает урожайность и качество продукции. Сульфанитрат 37 для тех, кто за 100% результат.